Монета 50 копеек 2004 года. Российская Федерация. Санкт-Петербургский монетный двор. На реверсе монеты прописан ее номинал. Крупное число 50, чуть смещенное вправо от центра. Под ним одной горизонтальной строкой обозначено название денежной единицы, надпись «Копеек». Слева, внизу и справа растительный орнамент. Слева и внизу представлен в виде двух переплетающихся ветвей с листьями и бутонами. По окружности виден четко выраженный кант. На аверсе, развернутом к реверсу на 0 градусов, то есть соотношение сторон медальное, в центре поля монеты отчеканено рельефное изображение святого Георгия Победоносца верхом на коне, копьем поражающего змеевидного дракона с крыльями. Фигура святого символизирует победу русского народа над злом, а также является элементом герба Москвы. Под геральдическим левым копытом коня, передним, правым со стороны наблюдателя, отчеканены мелкие буквы «С.П.», знак Санкт-Петербургского монетного двора. Под фигурой святого в нижней части поля монеты указан год чеканки, дата 2004. Слева и справа надпись, обозначающая эмитента. Выпуклыми буквами полукругом вдоль канта надпись «Банк России». Надпись разделена фигурой святого пополам. По окружности виден четко выраженный кант. Гурт монеты рубчатый, состоящий из 105 рифлений. Монета изготовлена из латуни. Магнитными свойствами не обладает, то есть не липнет к магниту. Вес монеты 2,9 грамм. Диаметр 19,5 мм. Толщина 1,5 мм. Чеканили монету на Санкт-Петербургском монетном дворе. Тираж неизвестен. Средняя цена на монету не превышает ее номинал, то есть 50 копеек. За состояние uncirculated, это идеальная монета со следами мешкового хранения, я думаю, будут просить рублей 100. Монета 50 копеек 2004 года Санкт-Петербургского монетного двора имеет нечастую разновидность, который отличается по поводьям. Вот в этом месте должны быть типа буквы «С», такие вроде крючков. Сейчас покажу. Вот на рисунке видно. Слева обычные поводья. Справа поводья с петлями. Вот еще рисунок. Тиражный вариант. Простые поводья. И вот поводья с петлями. Стоимость такой монеты доходит до 1000 рублей.